Так, ребята, всем-всем добрый вечер. Я сегодня с вами Джамалидин Мурадов. И добро пожаловать на моего канала Дальнобой 2022 Green and Route. Так, ребята, у нас сегодня обзор. Обзор про обновленная автономная сборка по названию. По названию Петрова. Версия 4.5 под наш актуальную версия 1.46. Так, ребята, пред осмотрением моего гайда я вас попрошу, подписывайтесь, ставьте лайк для тех, кто еще не подписался, для того, чтобы не пропускать всякие полезные гайды и т.д. 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 Рекомендуем, советуем на моего канала подписаться, поддержка моего канала со подписка, со лайкоса и со доната. Что ж, ребята, обзор будет продолжаться краткого интересного, так что, ребята, для тех, кто завтракает, для тех, кто ужинает, также им всем приятного аппетита и всем приятного осмотра. Обзор, погнали. Всем приятного осмотра. Так, ребята, версия у нас вчера обновилась, новогодняя версия обновилась 1.46.2.11s. Ну, я так понял, что автор SES Block добавил фоновая картинка, там типа того. Ну, хотя дело не в этом. Так, ладно. Не стимовская, не лицензия. Пиратка пашет, все свои дела выполняет. Отлично. Так, попадем в управление профиля. Создать новый профиль. Как видите, как мы видим, при использовании облака Steam. Хочу отметить, что для тех, у кого либо если стимовские, попробуйте пропустить, а если у кого, как у меня, пиратка, проще его исключите. Но несколько раз будет вам задавать вопрос. Попадем беспроводник мод. И, ребята, хочу отметить, что и для тех, кто на конвое, ура, пожалуйста. Как видите, как мы видим, перед вами, перед нами Петрова. Откроем. Так, смотрим. От Олег Критов. Ну, хотя, если так взять, это все как бы Олег и делает, как бы. Ну, что ж, для работоспособности нуждается Иберия, Черное море, Балтика, Вива ла Франция, Италия, Скандинавия. И сам Черное море. Так, история карта Петрова началась в 2016 году. И с 30 января 2019 по 29 января 2022 году набрала уже там 11 версия. Отлично. Присутствует автосалон Scania, Volvo, Mercedes, DEF, MAN, Renault. И века гаража Петровка, там Литвинца, там и Савина, поселка Шаталовка, Порто-Сити, да, то есть Порто-Сити, и автобусная вокзал, станция Новая Ивана, как она, Иванышева, аэропорта Порто-Сити. Ну, естественно, все обновления и все обновлена и новости проект карта Петрова будет появиться здесь, если у кого, ну, если более информация, вы можете получить посылка группа ВКонтакте. Если что, я про него я ссылку оставлю в описании. Что ж, ребята, как я вам отметил, версия так, 4.5 под наш актуальной версии 1.46. Что ж, ставим. Ну, пока я под него ничего кликнуть не буду. Так,
И ладно, давайте вот этот ТГ тоже ставим. Volvo. Хотя дело не в этом. Просто посмотрим, как он себя будет чувствовать. А по поводу вот этого, посмотрим от Алик Кратов, что от него начали ожидать. Что ж, ребята, при правильном активатор мода принимаем применить. Как я вам хотел отметить, что сборка у нас автономная. Так, по поводу этого, как я вам отметил, он несколько раз будет задавать вопрос. Это дело опять исключим. Так, вот это дело не пропускаем. Игровой, то есть и модовая карта Европа и Петрова. Петрова, MBD. Вот так. Поехали. Какой-нибудь там девушка. Так, пускай вот это Вольвуха будет. Там без разницы логотип. Там пишем там тра-тра-тра. Так, создать. Далее. Для тех, у кого установлено там руля или там геймпада, настраиваем по своему вкусу. Для тех, у кого какая вкус есть. Так, продолжаем, завершаем параметр. Как мы видим, даже в этом на загрузочный экран теперь совсем изменилось. Петрова версия 4.5, Петрова ETS.2.ru. Так, и здесь более компактный диск. И вот, ребята, как мы видим, загрузка даже минут не прошел. Даже если у кого есть слабый персональный компьютер, не знаю, можете попробовать. Так, выбирайте город, который вы хотите начать игру. Естественно, да. Так, видим, ребята, какая здесь изменение? Изменения. Похоже, что вот эта версия добавлена. Вот эта версия добавлена. Сейчас попробуем. С помощью свободного камеры полетим. Посмотрим, что к чему. Я имею в виду, посмотрим, какие здесь объекты присутствуют и находятся. Так, ладно, пускай будет Петрова, пускай будет, да. Ну, я перед вами обучение пройти не буду, я просто так. Я его сегодня несколько дней, ну, несколько минут я его начал обнаруживать. Почему вместе с вами не посмотреть, не потестировать? А потом и посмотрим, если что, если удастся, как бы на стриме покатаемся и посмотрим, что к чему. А для тех, кто чаще на конвое, пожалуйста, на конвой, ура. Что ж, понедельник, 10 часов 2:00, текущее задание. Каменная вата. Что ж, ребята, добро пожаловать обновленный FH. Обновленный FH модовский вариант. Ладно, хотя дело не в этом. Я его тоже несколько минут назад я его обнаружил. Если что, про него тоже я ссылочку оставлю. Вообще тягач классно. Видите там FPS сколько начинает срабатывать. Переделана боковая зеркала, переделана всякие. Ну, еще он при собой имеется всякие различные детали, аксессуары. Ну, естественно, для работоспособности потребуется Volvo FH Tuning Pack. Поэтому имейте в виду, хотя дело не в этом. Что ж, давайте сейчас мы, как мы видим, сейчас мы на Петровка. Кликнем по латинского буква М и смотрим, что мы от Аликратов начали ожидать. Так, смотрим. По-моему, вот это порт сети. Добавлено, порт сети добавлено. Насколько я понял. Вот она, видите, да? Вот. Порт сети. То есть, вот она, транспорт. Даже если для тех, кто чаще хочет кататься на автобусе, пожалуйста, можете отсюда взять людей. Ну, куда-нибудь там подальше, где еще находится такая станция. Вот.
Ну, не знаю. Ну, ребята, дальше хочу, чтобы вы сами посмотрели, что чё к чему. Но вот по поводу вот это, по поводу... Не, это уже как бы на предыдущая версия была. И ладно, давайте попробуем, ребята, попасть вот в этом Эршова. Эршова тоже есть. Попробуем попасть на Эршова. Или, ну, зачем нам Эршова? Эршова. Или... Да, давайте прошу на Эршова. Вот. А, вот еще, видите, вот здесь еще есть вот один. И сам вот это два, как бы... Ну, меня поняли. Если что, ну, посмотрим. Либо на тягаче, либо на автобусе проедем. Прокатимся, посмотрим, что данная карта себе начинает представлять. Обновленная версия. Вчера, по-моему, автор его обновил. Вот, типа того, потому что я несколько минут назад я его лично обнаружил. И почему бы вместе с вами его не потестировать, не посмотреть. Так, ладно, сейчас давайте начнем отсюда вот, с помощью камеры посмотреть, как бы, давайте пишем Эршова, как она пишется там. Гото Эршова. Вот так она пишется, по-моему. А, все отлично, Эршова. Так, это Эршова, по-моему, где вот между Казахстан, Россия, это типа того поселка Эршова, если я правильно понимаю. Так, включим уведомление и давайте начинаем с помощью свободной камеры полететь, посмотреть, что данное про что дан данное нам начинает доказывать. Так, нам похоже вот сюда и с помощью свободной камеры полететь, как бы. Михальчик там, о, здесь даже American Truck, Euro Truck, даже City Car Drive, понятно. Здесь Андрей 70, 67 регион. Так, ладно. Вот Санкт-Петровка. Отлично. Давайте теперь будем двигаться по сторонам нового объекта. Здесь какой-то крутой как Ачлете там, короче. О, даже канал Добро едет, о, даже есть, видите, ребята, вон она, видите, я его подписчик, как бы, поэтому я его уважаю и как бы. О. И каждый, когда он делает всякие полезные обзоры, и сразу я за него как бы начинаю. Во, даже Алиэкспрей есть, даже, во. Прикиньте, даже Алиэкспрей есть. Алиэкспрей. Во, Алиэкспрей. Ладно. Идем дальше теперь. Посмотрим, здесь какой-то небольшой участок. А, понятно. Здесь типа можно выйти, отдохнуться и перекур как бы. Или бы там со семьей приехали, раз отдохнули и уехали, и ушли. И здесь то же самое, какие-то вау. Вы просто поглядите, что здесь добавлено. Сейчас я нормально сяду, как этот самый. Так, ладно, смотрим, что мы начинаем от него ожидать. Да, вообще. Под как по пан, Пантелова Пантелова там, короче. Здесь короче объездной, что не увидишь. Так, здесь какой-то поселка, понятно. Ну-ка, здесь тоже тупик, там тоже тупик было. Так, теперь там дальше посмотрим. Так, здесь какой-то, понятно, какой-то двухэтажный дом. Так, идем дальше. Здесь какой-то странно. А, начинают собрать какой-то там хату. Не хату там,
коттедж, то есть типа дворец. Так, здесь тоже закрытая дорога, объездной есть, видите? Все понятно. Здесь уже как бы тупик идет. Вот. Ну, посмотрим. Ну а что хотели? Взвесить не очень много, где-то в районе 100 мегабайт, меньше 100 мегабайта. Так, Росинка, и здесь какой-то. Идем. Вау, вы просто поглядите, ребята. Да, здесь тупик уже, здесь тупик. Везде тупик. Ну, я думаю, что 100 мегабайт больше ничего тебе не даст. За 100 мегабайт, что вы еще хотели? Карта просто класс, супер. Так, все это дело мы посмотрели. Идем дальше. Идем в ту сторону посмотрели, по-моему. Идем дальше. Спустимся дальше. Ну, это с этого понятно. Это вот где плиты делают, всякие изготовляют, по-моему. Так, ладно. Идем дальше. Здесь опять 25 ремонт дорогу. Так, здесь у нас здесь какое-то закрытое помещение. Недостроено. Закрытое помещение. Вот здесь более такой различная дорога. Не, вообще, ребята, вот классно. Все сделано классно. Молодцы авторы. Я ему очень благодарен. О. Я ему, это автор Олег Кретов, я очень ему благодарен, что вообще он классно все задумал, передумал, как бы. Вот. Здесь тоже какой-то тополек, как это, тополек. Идем, тополек. А, это типа место для отдыха, там дача там или поселка какой-то. Да, здесь похоже какой-то поселка. Видите, ребята? Видите, ребята, всякие двухэтажные дома, как бы частники вот строили, видите, красивые дома, конечно. И здесь то же самое вообще. Мне такое быть одно, да? И вот здесь на чистый русский дом. Видите, да? Вообще классно, прикольно сделано. А где у него ворота? Это, по-моему, вот это ворота, да? Так, ладно, проехали. Так, не, вообще, не знаю, ребята, что вы будете думать? Дело офигительное. Вот здесь всякие добавлены различные. Дорога, тупик со двухэтажный деревянный дом. Так, идем дальше. Трактор здесь какой-то безуправляемый. Голландская трактор. Так, куда нам? Вот сюда нам, по-моему. Вот сам Петрова ЕТС-2. Отлично. Здесь какой-то. Здесь какой-то. А, понятно, это жилой комплекс, как у советские времена же было. Типа панельная, типа того. Да, и здесь то же самое. Вот, видите, всякие пластиковые окна, глюхара. Вот когда-то я работал на глюхара. Тарелка установлена. 1, 2, 3, 4. Видите, ребята? О, короче. Дело вообще класс. Дело офигительное. Советуем, рекомендуем. Короче. Здесь какое-то предприятие. А, нет, магазина. Вот банана. Здесь какие-то различные бананы, фрукты. Всякие различные фрукты. Банан. Так, идем дальше. Что еще? Здесь тоже какой-то устаревший жилой комплекс. Видите? Так, ладно. Сюда дальше можно идти. Куда эта дорога? А, понятно. Здесь тоже как бы тупик, как бы. Там больше нечего делать, конечно. Короче, и здесь то же самое, такое же дело, да, ребята? Не, вообще, не знаю, ребята, как вам отметить.
Дело просто офигительное, офигительное. Это дело как бы... Хочу отметить, что советуем, рекомендуем. Для того, чтобы не пропускать всякие полезные гайды и т.д. и т.д. Советуем, рекомендуем, чтобы не пропустить всякие полезные гайды и т.д. и т.д. Еще раз хочу отметить, что да, здесь уже как бы уже... Я думал, все вот эта песочная дорога, оказалось, что нет. Вот здесь уже дальше идет асфальт, конечно. Во. И здесь тоже самое какая-то луниха. Деревня луниха. Да. Да, неплохая поселка, конечно. Во. Домики всякие. Деревянные, двухэтажные домики. И здесь тоже самое такое же дело. И здесь то же самое, такая же. Ну, дальше уже там нечего делать, тупик. Так, ладно. Даже, представляете, даже добавлено теперь у Петровка, даже не только города есть, даже этот есть, как его. Деревня есть, поселка есть, всякие. Ну, насколько я понимаю, что сделано неплохо. Здесь, по-моему, какая-то мастерская, место для... Раз заехал там, починил свой тягач или легковушка и дальше поехал. И здесь у нас река какой-то. Река, видите, ребята, давайте под рекой идем. Здесь какая-то корабль, яхта. Вон. Что-то написано там. Что? Константа. Да, Константа. Это типа пирамида. Пирамида, что ли? А пирамида? А, не пирамида. Я думал, пирамида, нет. Вот еще какой-то плавает. Видите, корабль. Не, ребята, вообще, как бы взять дело... Дело офигительное. Дело вообще класс. Так что, ребята, если что, ссылка по рекомендации, ссылку оставляем по описанию. Если кто не знает, где его приобрести, скачивать, я ссылку оставлю на свое, это самое, по описанию, ссылку обязательно я оставлю. Так, идем дальше. Так. Здесь как-то, а, понятно. Здесь уже дорога разделится, ну-ка. Посмотрим, какая... А, это типа как, помните, как усуровка же была? Вот здесь то же самое, как усуровка сделана. Типа того. Когда покидаешь нормальную дорогу, попадешь там грязная песочная дорога. И здесь то же самое, такая же дело добавлено. Здесь дорожка, чтобы можно пешком ходить. Видите, там сколько... А, понятно. Здесь как обычно, тоже какой-то поселка, деревня, по-моему, видите, всякие различные дома, устаревшие, видите, это, по-моему, какая-то не дом, а какой-то в том времена, по-моему, было какой-то школа была, типа того, видите, вот здесь одна пластиковые окна, да, типа пластиковые установлено, как бы, а здесь что, и здесь то же самое, такое же дело. Видно, что со москитной сеткой, с другими делами. Ну, здесь какой-то пробка, видите. Как у советских времен наших. Так, идем дальше. Что у нас здесь? Здесь тоже самое, такая же, но здесь уже более-менее. Все более-менее четко сделано. Здесь тоже самое, такая же фигня, такая же дело. Также трансформа, типа... Счетчик там всякий от газа, вода, света там всякий добавлено. Не, вот светильник по за дворой, ну за двор, за двери я имею в виду. И здесь то же самое. А, вот это не понял. Дорога куда на нас собирает проводить? Вау, прикиньте, ребята, за сокращенная дорога, смотрите, сколько добавлено, сколько метр или километр добавлено, видите, да, ребята? Вот здесь тоже сам такая же дело. Но здесь какой-то не песочная, а типа асфальтная. Да, здесь уже как бы тупик, здесь нечего делать, можно вернуться назад.
Вот здесь какой-то фабрика там. Что-то. А, стройка идет, как бы. Стройка вот. Видите, здесь какая-то стройка недостроена. Еще как бы. Закрытое помещение, недостроено. Стройка. Идем дальше. Ну, это тоже какой-то на поселка похоже, на деревья. Так, идем дальше. Что еще? Ну, короче, здесь я так понял, что много различных мест добавлено. Вообще, чем предыдущая версия, вот в чем отличается. Ну, а так, не знаю, там. Давайте, ну, дальше хочу, чтобы вы сами посмотрели, что к чему. Хочу, еще раз хочу отметить, что карта автономная. Для работоспособности нуждается все DLC. Вот какая-то буханка там. Здесь какое-то закрытое помещение. Нельзя туда ходить. Выезд запрещено, то есть. Ну-ка, приблизим по камере. Да. Не, хотя почему? Можно, но. Ну, я сейчас. Вот, видите. Даже. Видите, даже вообще. Ну, не знаю. А, это, по-моему. Понятно, здесь какое-то предприятие. Все, я так понял. Так. Такс. О, увеличиваем. А, мы же в этом вернулись, да? Вот так, давайте тогда. Сейчас сюда. Ну, короче, ребята, что хочу отметить, что дело начинает вести себя неплохо. Также он продолжается это дело обновить. Конечно, я очень рад, я очень благодарен. Вообще, что автор нам не дает. Ну, это как обычно мастерская. Здесь также добавлена более различная дорога. Добавлена. А попробуем правая сторона. Ну, хотя нечего делать правая сторона. Ну, дальше хочу, чтобы вы сами посмотрели, что к чему. А так больше ничего сверхъестественного. Так, я видите, я кое-что я пропустил. А, все понятно. Это у нас дорожка для велосипедиста и там остальное другое. А здесь уже как бы для более такой. Здесь тоже такая же много типа советских гаража добавлено, там какое-то предприятие. Видите? Либо гостиница, ну, общага я имею в виду. Во. Так, идем. Идем. Угу, понятно. Здесь уже как понятно, здесь обычный терминал для биржи груза и прямой. Все уже как бы. Здесь уже как бы особо тупик. Не знаю, может продолжение. Имеется на 1.47 или я не знаю там. Так, ладно, давайте вот здесь встанем. Ну что ж, ребята, как видите, как мы видим, обходили, посмотрели, все четко, все ясно. Ну, здесь нечего рассказывать. Это уже как бы из предыдущей версии, а вот здесь это уже совсем другая история, как бы, и другое дело. Так что, ребята, такие пироги. А вот это авиагородок помню, аэропорт помню. Уже как бы на предыдущая версия была. А так больше ничего сверхъестественного. Но не знаю, ребята, сами еще дальше посмотрите. Если что, я ссылочку оставлю по описанию. Если кто не знает, где, откуда, чего взять. Поэтому, как бы, как и характеристикой, там все остальное я по описанию оставлю. Что ж, ребята, надеюсь, гайд кому-то помогло, гайд кому-то было полезно. Спасибо за внимание, спасибо за действие, спасибо за осмотр, спасибо, что вы с нами, спасибо, что мне не даете скучать, как бы, и остальное другое. Вчера, кстати, я обновил свою ETS-ку, вот, поэтому как бы как-то так. Что ж, ребята, с вами был Джамалидин Мурадов, и вы находились на моего канала Дальнобой 2022 Green and Route. Берегите себя, берегите своих близких.
Всем пока-пока. До следующего выпуска. Всем пока-пока.